Добрый день, друзья! Сегодня хочу показать вам интересный дворик. Встретили только один такой у нас в Шенефельде. Дворик, которого по сути нет, но есть вот такая ограниченная заборчиком дворовая территория и для нулевых этажей персональные калитки. Нулевой этаж, чтобы там или нет, есть калитка. Изгородь зеленая еще не выросла. Следующий нулевой этаж, у них тоже персональная калитка. А это калитка вход в подъезд, а точнее дом, потому что здесь один подъезд, это есть дом. И мы видим количество жильцов. Здесь на подъездах нет номеров квартир. И в подъездах нет номеров квартир. Просто фамилии жильцов, которые проживают. Ну, судя по тому, что все заполненные луночки, в этом доме все квартиры заняты. Нулевой этаж, персональная калитка и калитка для входа в дом. Дом довольно длинный. И вот у всех нулевых этажей свои персональные калитки. Первый раз увидели, было как-то интересно. Ну, теперь привыкли. Вот здесь у них такой проход во внутренний дворик. Во дворе как раз под за домом находится подземный гараж. И там территория, газон, крыша подземного гаража. Это вот такой мусорник. И баки для мусора стоят и в переходе для пластика, для бумаги. И опять вход в дом номер 3. И далее опять персональные калитки. Вот такой интересный дом. Во дворе стоянка автомобилей. Дальше у нас идет интересная лужайка из 5 дубов. Берем внучку, идем дальше. И у них есть въезд в подземный гараж. Сейчас тоже посмотрим. Это как раз стык нового дома со старым. Здесь у нас 5 дубов. Или 4. Ну, в общем, композиция из этих дубов 4. И въезд в подземный гараж. Вот такой. А дальше старый дом, и возле него вот этот красивый мусорник, обвитый плющом. Мы идем по улице, на которой мы живем. Она довольно длинненькая. Вот здесь у старых домов уже зеленые изгороди. Высокие. И у этих вот домов довольно интересный вход в подъезд. Вот такой заход.
Такое длинное расстояние территория подъезда. У нас обычно очень безлюдно. Оживление возле машины. Кто-то приехал, выходит. Кто-то уезжает, заходит. А на улицах, ну, мы видим, людей практически нет. Оказывается, немцы домоседы. Здесь нет лавочек у подъездов. Здесь не принято, как у нас в Киеве, собираться где-то на лавочке и разговаривать. Здесь все по домам. Вот такая прогулка по нашей улице. Пока-пока.